Это редко где такие декоративы. Доброе утро. Доброе утро. Батюшка. А? Мир вам. Мир вам. Слушаю вас. Прошу благословить Твоя Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси, Христос. Вот это Николай Николаевич Сироткин, о котором я говорил. Биографию, вот это ходатайство о нем. Ты муж сказать, скажи, пока стоит. Батюшка, мне вчера не удалось связаться с отцом, он уехал на дачу, телефон взял, я со временем не смогу. Ну, после этого, если ты обязательно сделаешь, конечно. Ну как, ребята? Ну, поди и ужать неохота, а? Чего молчи? Братья. Нет. Егор, что, Миша, да? Ну что, поди привыкли, может, здесь и останетесь у нас здесь? А ну-ка, фуражка, поверните назад. Во. А, Миша, не останетесь здесь у нас? Они мамы центричные. Смотри, не провались туда. Да нет, я не буду вас оставлять, это я пошутил просто. Не бойтесь. У нас всякие были. Однажды в лагерь приезжают, на автобусике выгружаются все там, мои родители. Я как-то подъехал, в это время было. Еще не все выиграли, один уже, какой-то, наверное, лет 10 ему, уже по крышам, по шиферу бегает, по кельям прыгает. И знаете, это чей такой? Я не возьму, он слезь, а он никого не слушает даже. Мать, это мой. Ну что, да он не слушает. Да я, говорит, не возьму его. Она говорит, Игнатьев, если вы не возьмете его, это моя последняя надежда. Я, говорит, его утоплю или задавлю. Мать, он мне всю жизнь, говорит, нет. Ну, тогда, говорит, подпишите, что у нас есть, значит, телесное наказание. Согласны? Согласны. Все, значит, только 2 недели, чтобы телефон не звонил, и вы не приезжаете. 2 недели. Через 2 недели можете позвонить, если можете сюда приехать. Ну, через 2 недели она приезжает, они там, ребятишки, все работают, щепки собирали, которые побольше пилят, а другие там щепки собирают. Он увидал мать, к матери бегом, бежит. А, Игнатий пишет, Стас, тебе кто разрешил? Ну-ка, иди на место занимайся своим делом. Он повернулся и пошел, мать так, да так он вас послушал, да он никогда никого не слушал. 2 недели хватило, а у нас здесь, видите, у нас же лекарства здесь полно. Везде растет. Поэтому у нас наказание это как лекарство. Ну что, ладно, давайте. Со всех сторон. Господи, там... Я знаю, что вы это любите. Ты хоть дай кому-нибудь, что тебя хоть где-то сняли, а то ты всех снимаешь, и тебя нигде не видно. Да, есть такое. Ну да, ты приехала, нет? Приехал. Ну, встречать буду. Сегодня, она говорила, что это в пятницу уже не получилось. Да, да, сегодня. Ага. А, так в пятницу сегодня. 13 я уже спутал, я думал, что не шутка. Так, ладно, пойдем. Я
Так, уходи с дороги.